Сжигать буду кучу малину, вырезал. Сейчас, надеюсь, разгорится. Сейчас снегом привалило, может, ничего, нормально будет. Ну все, то хромаю. Видно, что это. Хромаю, блин. Ладно, пока. Сейчас. Пока хромаю сильно. Вот. Оказывается, 6 у меня зубов-то. Огородные вилы. Вот какие ширину. А, не. 20. Придется тебе различить ногу, но постараюсь за неделю подлечить и в лес. Все равно в лес пойду. О, какое кострище. Сейчас духу огня кину хозяину, раз пока не удалось в лес сходить, чтобы помог мне ногу вылечить. Ногу больно, сильно. Сейчас вторую кучу подожгу. Надо это. Сейчас возьмусь. Приседать перестал, блин. И все. Видно, связки ослабливо. И теперь. А тут почерпал, на коленке постоял и все. Воду почерпал в канистры, понабирал. И застудил, совсем-то не вылечил. Сейчас вторую буду поджигать. Вторую подождем сейчас. Сейчас вторую сожгем.
прокоптиться бы. Да, про вилы-то я соврал. 6 зубов, то 22 сантиметра всего. Ширина там. Ну и то нормально. Вчера арбалет вот здесь пристрелил. Повешал вон старый матрас. А то я стрелял. У меня буква ЗЮ загнула, болт. Не стрелу, болт. Стрелы длинные. А там уже резина. Я чуть пристрелил, промазал. И попал в этот лесвянный. В лесвянное бревно. Вот откуда. От забора сюда. Сейчас выключу, пока. Вот прилетало сначала. Вот тут две стрелы, вот два болта, вот болты, вот. Потом я подкрутил маленько. У меня вот ушло. Вот куда ушел. Потом еще подкрутил. Стрелил сюда, но уже темно. Вот, вмятина. Я не стал больше стрелять. Уже затемнело. Сейчас покажу, где болт согнул у меня. Вот, пожалуйста. Вот это лесвянное бревно у меня. Оно как железно. Вот, с арбалета только пробил. И обои, болты у меня буква ЗЮ загнула. Я потом, мне пришлось вот матрас вешать. Ну, теперь я стрелять не буду, достаточно. Я думаю, тут с руки стрелял. Туда-сюда. Где-то на 33 метра сейчас. Вот там, от забора. Нет самого там, с метру, наверное. Ну, где-то метра 33-34. Верняком есть. Считаю, нормально. Вот, придется лечить. А видно вот. Мишень Сашкина убрал пока. Пока у меня лук лежит и вошли. Все как положено. Тетива снята вот. О. Стрела вот. Я ему снимаю тетиву-то. Чтоб это. О. Чтоб не слаб лук. Вот такие дела. Вчера ночь проболела нога вообще. Соседская собака там всю ночь пролаяла. Как. И ной, все. Нога болит. Я спать не могу. Но сейчас буду таблетки пить. Потом после покажу, как
чем лечился, что кого. Вот дурость. И знал, что коленка это вот только вылечил мне. И надо же постоять на коленке на льду, эти фляги набирать. А еще 8 этих привез канистр по 20 литров. Да 8 канистров надо налить. Да еще намочила у меня в эту. Намочила. Колено-то вымокло у меня. Ну и все. И у меня вот я опять, как тогда, ходил, хромал. Так же и тут захромал. И все. Но все, сегодня маленько сгибаться. А вчера 2 дня вообще не, вот так. Я ходил вот. Как этот. На костыле, блин. Вот. Не надо заранее мечтать, планы строить. Потому что это, говорит, хочешь, чтобы не получилось, расскажи Богу, что ты хочешь сделать. И все у тебя не получится. Вот это верно. Так столько, целый год мечтал, чтобы в лес двинуть. Но я все равно двину. Я площадку поставил, потом сниму ее. Все равно двину в лес. Сейчас с площадкой потихоньку проеду, посмотрю, что там как. Да, как кого. И проеду. Ну ладно, всего доброго. Так что я все равно двину в лес. Сейчас пойду сахару нагребу. Это... Блин. Нога-то чипат. Эту камер, планшет хромает. Сейчас вот сахару нагребу. Там. Добыча висит. Ладно, сейчас тут с этого все вытаскал. С ларя-то. Чего за зря гонять. Сейчас пол ведерка нагребу. Вот надо бы полы слать. Как Сашка тогда, брат, сделал. А теперь где купишь? Тут надо куба 2. Хороший пол куба 2 обрезной. Толстый. Доски надо. А чё? Где мы на такую пенсию возьмем это все? Так что пускай уж так. Кому надо, потом сделают. Ну ладно. Сейчас буду нагребать. Тут вот. Печка стоит. Тут на запас. Медяху добывал вот. Тоже вот. На черный день. Вот тогда соцгородок разгоняли, насобирал. Где накопал, насобирал. Вот такая. Сейчас надо мне сапоги, но эти пока еще мокнуть будут. Где-то севера были. Не знаю, что кого. Сейчас. Что кого. Вот надо, наверное, помпу продать. Что-то. Теперь галец закрыли. Она мне не нужна стала. Ну ладно, всего доброго. Пока. Буду дальше работать. Всем здоровья, не болеть. Всем здоровья, не болеть, не хворать. Как и я. А то я намечтаю, как всегда. Как моя, говорит, не успел медведя убить уже, как лето жарит. И вот стоит мне вот так только сказать, и все мне не из уха прет. Ну ладно, всего доброго, пока. А то... И не везет потом. Вот что сделаешь? Ничего не сделаешь? Ну и ладно, это все к лучшему, конечно. Всем добра и всем блага.